Летом многие мечтают отдохнуть у Черного моря. Но лишь счастливчикам и страстным поклонникам ювелирного искусства представилась возможность совместить приятное с еще более приятным – посещением ювелирно-минералогической выставки-ярмарки «Блеск самоцветов». В этом году любителей драгоценных камней ждут еще более интересные новинки. Если вас интересует, что актуально и модно в этом сезоне, то выставка-ярмарка «Блеск самоцветов» сполна сможет удовлетворить ваш интерес. Здесь вы найдете все, что нужно. Изящные кольца или серьги из золота или серебра с драгоценными или поделочными камнями, роскошные кулоны или броши, огромный выбор бус или модную качественную бижутерию. Кроме того, здесь вы найдете авторские ювелирные украшения санкт-петербургских и московских мастеров, которые вы никогда не купите в обычном ювелирном магазине. На ярмарку приехали более 40 гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и других городов России. Продавцы-консультанты подбирают украшения с пользой и для исполнения желаний. Гордость выставки – стенд с изделиями из редчайшей казахстанской бирюзы. Ее всегда считали камнем счастья, а на кулонах из агата пейзаж написан кистью самой природы. Глядя на эти камни, можно бесконечно фантазировать. Жемчуг – изделие из муранского стекла, элитная бижутерия из современных легковесных сплавов. Все, что нужно, чтобы сделать лето еще ярче и прекраснее. Теплый по цвету минерал имеет много поэтических названий. Слезы моря, дар солнца, капли горячей любви. Янтарь играет особенную роль в жизни женщины. Прежде всего, ювелирные украшения с янтарем считаются любовными амулетами, способными привлечь к своей владелице объект воздыхания. В моде массивные украшения. Ювелиры из Санкт-Петербурга представили несколько таких коллекций. Крупные природные камни оправлены в серебро и золото. Ярмарка «Блеск самоцветов» – находка для коллекционеров. Здесь редкие минералы и кристаллы, афганские лазуриты, апатиты, периты. И гости из космоса – настоящие метеориты. Считается, если подержать их в руках, откроются скрытые способности. Фирма «Дианорд» предлагает эксклюзивные ювелирные изделия со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. Каждое украшение – шедевр. У всех гостей ярмарки есть уникальная возможность получить бесплатную консультацию эксперта-гемолога и проверить подлинность не только купленных на выставке украшений, но и принесенных из дома. Выставка будет работать с 5 по 14 июля по адресу улица Набережная, 4, на территории археологического музея Гаргипия. Время работы с 11 до 19 часов.